мне объяснила, что мы едем, я даже расстроилась, потому что едем без Люды, Шурика, Дианы, Наташи. Это видео сейчас посчитаю. 48 часов не в своем доме. Это означает 24 часа. Пока хватит. Давай. И в общем, мы сейчас поедем на другой локации, ждем, чтобы вы видели это сейчас. А в какую мы локацию едем? Не знаю. Но, в общем, где-то там на повороте ты еще раз будешь это снимать. Мы едем в город Штендаль, от которого... Ну Штендаль, хорошо. А я думала, от которого там, знаменитый писатель взял себе псевдоним, хотя ни разу там не был. Вот в таком интересном городе едем. В общем, это вторая локация. Пап, давай, начинай. Идем дорогой. Труда, мы в город. Штендалюдный. Дорогой непростой. И дорогой золотой. Заветных три желания исполнят Штендалёй. И будем долго мы гулять. Не кричи. Мы уже на остановке. И всем понравилась песня. Идем дорогой трудной мы в город Штендалюдный. Это автор. Мы уже в трамвае, и как видите, у меня новая маска. Я всегда была в такой маске, в общем, но она была другой формы, цвет как посветлее. И мы начинаем ехать в отель, смотрите, в общем, мы на остановке, там где ездит поезд, вот рельсы. Вот мой папа. Вот мой брат. О, давай дальше. Вот надпись «Терпарк». Но у меня это с первого раза, конечно, не получилось. Мама, а пусть я так сфоткай. Моя ты хорошая. Мам, а вот и малыш, вот он, малыш. Малыш кто, бельчонок? Я его боюсь немножко. А что, плюнет, да?
О, ля-ля, конфликт? Да та ладно, ты что? А, так это папа пришел разбираться, что вы тут фотографируете? Документы подписывали? Такие полосатенькие. Полосатенькие, я знала, почему они полосатые. Почему? И там была три раза шапка про одного медведя. Там три раза шапка. Не, он пришел с видом папы. Это папа? Слушай, да, он так и пришел. Я знаю, почему они... Ой, дерутся малые. В общем, у тебя была такая сказка, мультик-сказка. Там у тебя было три разных сказки про одного медведя. И там типа первая сказка про то, что типа про как раз про них. Типа не отстают. Простите к медведю. Не, нам. И в общем, начал медведь. В общем, сел как-то раз медведь на логово барсуков какой-то. На дом барсуков. И типа, ну, разрушил медведь это место, в общем, этот домик барсуков. И начал им типа строить. И потом они прибежали, потом и медведь разозлился и такой, ну, когтянется, и чик! И вот у них. И потом. А, поэтому как будто поцарапал их, да? Да, и у них полоски такие стали. Ссорятся, видишь, кабаны тоже ссорятся. Муж и жена, два кабана. И мы еще сразу такие разбежали. Да, да. Она обиделась. Но она что-то рыла, а он типа такой, я сам порыл. Он такой типа... Целая семейная история. Ну, сейчас аккуратно, потому что папа, кто его знает? Да, вот этот малой. Я на что такой не обратил внимания. Что, все уже ушли? Нет. А они, видишь, с мамой пошли внутрь туда. А этот малыш такой вообще сейчас попадет под горячую. Папа быстро попрыгает. Да, да. Папа, может, этот, с похмелья. Он роет что-то, занял. Старуха. Не отвлекай. Старуха прилетела. Очень похожи все города. Такая у нас квартира. Мини, конечно, но тут мини-кухня. Угу. Второй этаж, пойдемте на него. Я не привыкла по ступенькам забираться, так что... Милада, будь осторожна, пожалуйста, да. Смотри под ноги. А тут у нас кровати для кого-то. А куда Ян делся? Вот он. А я думаю, две кровати здесь, а где Ян? Вот он. Знаете, мама так сказала, как типа... А он уже глянь здесь. Обувь есть, а ребенка в нем нет. Я думаю, мама будет со мной тут спать. Это я не снимаю. Что это? К шоколадке нам. Мне тут картошку купили, я уже ее кушаю, типа, и, в общем, вкусно, на вечер у нас будут булочки, и завтра не знаю, что делать, мы тут телевизор смотрим, интересно, канал нашли, про лошадку и какого-то мальчика, они с ним подружились, что-то там надо сделать, в общем, очень долгий фильм. Продолжаем. И, в общем, ждите следующей вот так.
вот уже у нас и ужин. Вот булочка, как я и обещала, а это в закуску. Чай. Как же без напитка? И уже переоделась, практически готова идти спать.